Так кто к нам едет-то? Мирон! К нам в гости сегодня должны приехать Мирон с родителями. Мы убрались дома, наготовили еды, но их все не было. И где он? Нет. Еще не приехал? А ты уже готова? Да. Никак. И тут долгожданный звонок в дверь. Посмотри, кто пришел. Дети сначала немного застеснялись, но потом подарили друг другу подарки и расслабились. Совершенно случайно вышло, что мы подарили друг другу похожие подарки. Затем мы всех пригласили за стол. Дети кушали за отдельным столиком. После еды они играли, бегали, веселились, играли в прятки и во все возможные игры. А когда стало скучно, пошли гулять на улицу. Им так понравилось играть вместе, что они не захотели расставаться. Нет, как? Мы еще увидимся, дочь. Когда, мама? А полное видео с нашей встречи уже на канале.